Вы смотрите новости онлайн. В сети обсуждаются подробности свадьбы Николая Баскова и Виктории Лопаревой. И уже стало известно, что свидетелем станет Рамзан Кадыров. При этом сам он заявил, что очень рад, что торжество пройдет именно в Грозном. Конечно. Поклонники Николая в шоке, они никак не ожидали этого, ведь Николай встречался с Софией Кольчевой. Но, как выяснилось, с ней он расстался. Просто принял решение не афишировать этот факт. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.